Всем оставаться на месте, это работает Свети спецназ. давай. Да куда ты учесал-то нахуй? Сразу на второй этаж. Тебя же тут замочили. Всем выйти из сумрака. Ночной дозор. И треснул мир напополам. Гремит раздор. Здесь есть кто-нибудь? По темным улицам летит ночной дозор. А как таракана активировать? Никак, вот просто смотришь и все, он что-то регать должен. Ну да, наверное, тут... Вот, я вот про это говорил в тот раз. Ох, ебать. Ну это же фейк, это не настоящий. Ну да, да. Блять, ебаный в рот! А, стул подвинулся. Он работает. Здесь есть только... кто-нибудь? Эй, шляля, шляля, компренде. Кепасо, кепасо. Гример сейчас был, у тебя не было? Нет. Опа. У тебя есть звук? Да. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Да, здесь бабка смеется, ты не слышишь? Да, да. Я поэтому и базарю с ней. А, я думал, ты опять здесь описывается. Кто-нибудь есть? Ответь мне. Не ответишь, писькой будешь. Говори, я сказал. Эй. Эй. Примерно что-то с остом задеваешь, я не пойму. Примерно с остом что-то задеваешь, я не пойму. Не хочется мне говорить. Отвечай! Старуха! Блять, куда ты так топишь, Вов, блять? Мне кажется, что надо туда-сюда бегать. Потому что надо так... О, таракан запищал! Ну-ка. Сколько? Сколько показывает? Там циферка должна быть. Она уже кончилась. Ну, типа около двух вроде было. О, 4! Где? 4! 3, 2, 3. О, тихо. О, тут 4! Вот тут 4! 3, 0, 2, 3, 2, 0, 4. Здесь есть кто-нибудь? Опять 0. Или она на втором этаже ходила? А мы сюда ходили, слышь? Во, нихрена меня вштырило. Бля, здесь подвал еще есть, ебаный в рот. Да, я знаю, погнали. Так, подожди. Если у нас регает таракан, EMF уровень 5. Тогда мы пишем. А если EMF уровень 4? Не подходит. Ты уверен? Да. Опа. Здесь есть кто-нибудь? Алло, тетя, выходи, блядь, или я обкакаю штаны. И блядь, на весь дом. Так она, если выйдет, ты обкакаешь, если не выйдет, ты обкакаешь. В любом случае, штаны уже обосраны. Дружище, поговори со мной. О, нихуя себе. О, до свидания, нахуй. Ебать тебе хуёво. Мне мультики показали, от которых я чуть не обосрался. Сего хорошего. Конечно, мы хотим вернуться в убежище. Все? О, тогда он не выкидывает нормально. О, смотри, отчет. Правильно определите тип призрака? Нет. Найдите силуэт сидящего человека с помощью эктостекла? Нет. Соберите призрачные огоньки? Нет. Подождите момент, когда призрак задует свечу? Нет. Экзорцизм? Тоже нет. Штраф 30% неверно определен тип призрака. Страховая выплата 50%. Великолепно.
Правильный тип призрака Диоген. Что? Подписывайся на мои соцсети. Ссылки в описании.